В РИО главы Карелии Артур Парфенчиков посетил детскую республиканскую больницу и познакомился с ее работниками. Главврач Инга Лепесова продемонстрировала руководителю региона отделения больницы, рассказала о работе ИТАР и операционных. В хирургическом отделении глава познакомился с одним из пациентов. 10-летний мальчик спрыгнул с гаража и напоролся на острый штырь. Ребенка привезли в больницу прямо с арматурой в теле. Сейчас он идет на поправку. Что насчет гаражей, милый мой? Что насчет гаража? Напугал нас всех. После этого Артуру Парфенчикову показали новое оборудование для малоинвазивных хирургических вмешательств, игровые комнаты и учебные классы. К детям постоянно приходят заниматься педагоги. Затем в РИО главы принял участие в расширенной коллегии Минздрава. Есть задача, конечно, модернизации серьезной и республиканской больницы по целому ряду направлений оборудования, ряд межрайонных больниц. Есть задачи по хирургической помощи экстренной, по ряду тоже позиций, особенно это касается Севера Республики, по обслуживанию нашей трассы. В конце заседания Артур Парфенчиков вручил награды лучшим медикам детской республиканской больницы. Троим Инге Лепесовой, Михаилу Леухину и Ольге Мироновой присудили почетное звание заслуженного врача Карелии. Еще 6 человек получили благодарственные письма и грамоты.